Отряд, смирно! Капитан Уокер, мы все, кто вышел из 33-го батальона. Мы сдаемся, сэр. Дубай ваш. Где полковник Конрад? Там, где он всегда был, сэр. Наверху. Он ждет вас. Молодец, Уокер. Ты сделал то, что не смогла буря. Уничтожил 33-й. Чувствуешь себя героем? Да-да, входи. Раз уж ты здесь, позволь мне спросить, что ты подумал, прибыв в Дубай? Когда увидел то, что я сделал, ты решил, что я спятил? Верно? Ага. Я подумал, что ты слетел с катушек. Точнее, на это надеялся. Да, так было бы гораздо легче. Но мне не повезло. Ты уверен в этом? Абсолютно. Я не больше псих, чем ты, капитан. Я наверху, Уокер. Как закончишь рыться в моих вещах? Как я ни пытался, я не смог сбежать от того, что здесь случилось. И я сломался. Все, готово. Тебе нравится? Да что это такое? Просто к тебе приходит понимание. И это больно, верно? Итак, что ты скажешь? Это ты. Нет, ты. Твои приказы убили 47 невиновных. Кто-то должен ответить за твои грехи, Уокер. Кто это будет? Джон? Это ты? Не похож. Я устал от игр, Джон. Поверь мне, это не игра. Похоже, слухи о том, что я жив, довольно сильно преувеличены. Невозможно. Уверяю, Уокер, возможно. Но как? Никак. Почему? Ты не должен был прийти сюда. У нас был приказ покинуть город и связаться со штабом. Они вышлют отряд, а мы домой. То, что случилось, не моя вина. Правда? Остановись ты, и ничего бы не случилось. Ты пошел вперед. Ради чего? Мы хотели вас спасти. Ты не спаситель. У тебя другие таланты.
Это ты во всем виноват! Прекрати, Луго! Он не слушал! У нас не было выбора! Он превратил нас в долбанных убийц! Я не виноват! Нужно иметь смелость, чтобы отрицать очевидное. А когда правду нельзя отрицать, нужно создать свою. Да что случилось? Не знаю, он просто застыл. Уокер, очнись! Я понял. За нами выбор. Правда, Уокер, в том, что ты здесь потому, что хотел стать тем, кем не являешься. Героем. Луга. Ты бросил меня подыхать! Я здесь потому, что тебя заело чувство вины. Ты сломался. Конрад? Полковник! Что происходит, Уокер? Это Конрад. Это все он натворил. Начал искать виноватых и все свалил на меня. На мертвеца. Я знаю, правда бывает горькой, но смирись. Других у нас нет. Но долго так продолжаться не может. Я досчитаю до пяти и спущу курок. Это не ты. Это мои галлюцинации. Ты уверен? А может, мои? Раз. Нет. Все это смерти. Твоя вина. Если ты в это веришь, стреляй. Два. Я не хотел никого убивать. Никто не хотел, Уокер. Три. Только сильный может отрицать очевидное. Я сильнее тебя. Как скажешь, Уокер. Что бы ни случилось дальше, ты не должен себя винить. И даже теперь, несмотря ни на что, ты можешь вернуться домой. Счастливчик. Что дальше, сэр? А? Мы ждем приказа. Что делать дальше? Выполнять задачу. И что это за задача, сэр? Принесите мне... Черт. Рацию. Это капитан Мартин Уокер. Нужна срочная эвакуация Дубая. Выжившие... Слишком много. Командир, это Сокол-1. Мы нашли его. Капитан Уокер? Он вооружен! Все в порядке, не стрелять. Не понимаю. Что он делает? Что с его глазами? Что-то не так. Капитан Уокер, мы хотим помочь. Только сначала, пожалуйста, опустите оружие. Осторожно. Внимание, бойцы. Он контужен. Подождите. Капитан, отдайте оружие. Мы отвезем вас домой. Он тебя слышит? Тихо. Капитан. Все кончено. Хватит. Всем пора домой. Знаете, капитан, мы искали вас по всему городу. Мы все видели. Позвольте спросить, как вы смогли
пройти через все это. Я и не смог.